Всем привет, ребята, с вами, как всегда, я просто Волк. И сегодня я покажу вам повтор катки, где я со своим другом почти занял топ-1, но в какой-то момент у меня просто как-то лагануло, и я не смог... Короче, сейчас сами все увидите. Поехали, оно загружается. Я надеюсь, это то видео. Так, и затем наблюдаем. Вот, все, просто Волк 12. Сейчас я вылечу из автобуса, и мы переключимся на режим от третьего лица. Так, карта. В этой игре мы летели в приятный парк. Так, сейчас. Вот. Все. Я сейчас неинтересные моменты все ускорю, так что не бойтесь. Странно сейчас как-то было. Она немного подзависает, потому что я сильно ускорил, так что давайте чуть помедленнее. В этом доме никто сюда не полетел, и всегда здесь есть сундук, так что я залутал именно его. Выполнил любимый мой тактик, и я не стал лутать второй этаж, потому что там никогда ничего годного нет. Я сразу побежал в тайную мичку. Отсюда мне выпала М-ка, которую я потом переработаю в АК-47, и здесь уже был бот. Да. А, это я слишком медленно. Вот. И он меня продамажил с кирки, потому что я такой нубас, и подошел к нему в упор. Но... потом я ему дал 150 в голову. Так, сейчас у нас не будет... А, у нас сейчас будет еще один челик вроде бы. Здесь я бежал на выстрелы, там около моего друга стреляли где-то. Оказывается, это в меня стреляли. Еще один карась вот этот вот. Мне кажется, ли здесь какие-то странные звуки от М-ки? Ладно, не суть. Потом я побежал лутать сундук, который находится на футбольном поле. Выпала банка. И, впрочем, здесь больше ничего интересного не будет. Я побегу в белый дом. Сейчас ускорю. Тут я ничего особенного тоже не нашел, вроде как, кроме банки. Банка здесь еще выпала мне. Да, банка и помпа для моего друга. Потому что он любит с ней играть. Здесь я отхилился, потому что меня бот продамажил киркой. И запился двумя банками. В белом доме я больше ничего не нашел, так что я побежал дальше лутаться. Подфармил немного ресурсов и, в принципе, все. Больше здесь ничего не будет интересного. Поехали дальше. Вот здесь я улучшил как раз-таки себе М-ку на АК, потому что с... АК я не играл много, типа я только один раз с ним сыграл, и то не наигрался. Все, я преобразил себе в АК. Мой друг тоже начал себе модифицировать, получается, М-ку на тоже на калаш. Я подфармил ресов, и мы побежали вот, получается, в сторону колких ключей. Но туда мы не добежали. Нет, стоп, нет, извиняюсь, мы побежали в сторону к фатальной ферме. Здесь я что-то настраивал, я уже не помню что. Да, я здесь половину игры настраивал что-то. Спрятался в мусорку, чтобы меня не спалил никто. Когда я все настраивал, я уже побежал. Просто фанится, я не знаю... У меня друг тоже там что-то делал, я его ждал просто, и все. Извините за мой кашель.
Вот, а здесь как раз я еще что-то настраивал, и в это время мой друг обнаружил противников, которых мы успешно развалили. Наконец-то я нашел снайперку и взял ее вместо гранат. Сейчас у нас еще примут двое. А, да, двое. Так, здесь я опять что-то настраиваю. В этом, это просто, мы даже не думали, что здесь у нас получится как-то хорошо отыграть, поэтому мы просто в игре что-то поднастраивали. Ну, не суть. Я нашел банку, и выпил миники и опять запился банкой. В итоге у меня опять полный ХП. Около нас выпал дроп, так что мы пошли его лутать, и там вы сейчас увидите, что произошло. Так, мотаем дальше. Здесь я пролутал сундук, и опять выпала помпа, которую я ненавижу. Все, здесь мы нашли челиков. Или они нашли нас. Мой друг вырубил одного. И здесь мы увидели второго, которого уже убил. Сейчас убью я. Я сначала думал, что он сзади стреляет, а оказывается, он впереди был. А, точно, здесь еще не было. Но это были боты, так что... Мы быстро с ними разделались и пошли дальше. Если бы в этой катке нас не поджимала зона, тогда бы все было намного лучше. И мы бы, наверное, заняли топ-1. Так, сейчас мы пробежимся дальше. И здесь мы обнаружили какую-то странную морду, которую я раньше не видел. Смайлик злой. Либо это усы, либо это его рот. Я не знаю. Вот, видите, глаза, брови и рот. Но потом мы его просто сломали, потому что нам были еще нужны ресурсы, и все. Так что... Около приятного парка можете его найти. Здесь мы увидели челиков, которые строились, и мой друг пошел лутать нижнюю часть моста, а я остался высматривать тех челиков. Я их нигде не видел, так что просто стоял на месте и ждал, пока они побегут в зону. Потому что они были не в зоне. Я увидел одного, но косанул. Как вы видите на карте, вы видите их местоположение. Я хотел прострелить через машину, но не успел, он в меня ракету пустил. Калаш, кстати, довольно хорошее оружие, у него много урона. Одному челику я дал минус 35 брони. В моего друга очень сильно попали, так что у него было очень мало хп, и он пошел искать аптечку и хилиться. В это время я их отвлекал. И потом, когда мой друг нашел аптечку, он начал хилиться, а я задерживал вот этих врагов, пока Саша не подхилится. Это имя моего друга. Я хотела его снайпнуть, но он отошел, поэтому я посунул. Они пускали у нас ракетницы, но у моего друга тоже были ракеты, так что... Вот меня сейчас ранили на 100 хп, и я начал запиваться минутами. В это время мой друг их рашил. Здесь я в этом моменте сейчас вырублю одного, мне было очень неудобно стрелять, потому что там была моя стенка, и вот эта вот металлическая... опора для моста. Сейчас я сломаю стенку и лестницу и вырублю его. Два раза в голову и минус челик. Здесь мы решаем рашить их, и тут моего друга нокают. У меня было вот это вот, я ненавижу перезарядку, и меня продамажили с ппшки, но я все-таки его убил. Поэтому потом нас поджимала зона. Здесь, конечно, я очень коряво отстроился, потому что я был в шоке от того, что нокнули моего друга. Я думал, он их размотает.
Ну ладно. Я поднял моего друга, и мы начали хилиться, потому что у нас осталось не так уж и много хп. Я забрал снайперку, скар и ппшку. Да. Мы побежали в зону, у меня осталось 40 хп, у моего друга осталось, я не помню, 25 вроде. Здесь на нас напали еще два челика, это была последняя тьма, и смотрите все дальше. Вот, они на нас напали. Мой друг пошел хилиться, а я оборонялся стенками. В итоге у меня осталось 40 хп, аптечек больше не было. И все равно мой друг был в зоне, но почему-то его зона все равно продамажила. И он, получается, еще потерял несколько хп. Вот нас рашит, и я решаю атаковать пузыря, но он застраивается. Если бы он не застроился, кстати, я бы его убил. Вот. Я нокаю пузыря, но меня добивает последний чел из-за того, что у меня 40 хп. И тут они танцуют, и все получается. У них королевская победа. Ребят, я надеюсь, вам понравился этот ролик. Прожмите лайк, пожалуйста, за то, что мы так старались. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был, как всегда, я просто Волк. Ждите новых видео. Всем пока!